как вы считаете, я сейчас не про второй срок Зеленского, потому что во время войны менять президента, ну, мне кажется, это не самая хорошая затея. Мягко. Это не самая хорошая затея, несомненно. Да, надо войну выиграть, а потом уже начинать и выборы, и политические процессы. Но я хочу у вас вот что спросить. А как ваше мнение? Во время войны выборы вообще надо проводить или нет? Сейчас я и про парламентские, и про президентские. Нет, я считаю... Вот понимаете, вот проблема, конечно, с парламентом. Проблема с парламентом – это выборы, не выборы, это не выборы. Парламент абсолютно не отражает украинский народ. Да, это очень большая беда, потому что это была сборная солянка, которая была собрана под именем Зеленского, которая получила подавляющее большинство в Государственной Думе. В Государственной Думе, извините, я лучше бы в Государственной Думе. Вот лучше бы в Государственной Думе, да, а то в Верховной Раде. Да. Вот они в Верховной Раде получили большинство, да, и большинство из этого большинства оказались людьми совершенно неадекватными. То есть людьми, которые к этому процессу политическому, военному, всякому не имеют никакого отношения. И сегодня они не есть... Вот они не отражают общественное мнение Украины, да, и это есть вот огромная проблема с этим парламентом. Да, что но с ними делать? Выборы, вот действительно, окей, да, согласна, но как провести выборы даже парламент, если действительно встает вопрос о том, а как сделать так, чтобы те, кто на передовой, собственно говоря, они сегодня являются главными. Ну, если нельзя там говорить, кто главный гражданин Украины, кто все главные, да, граждане Украины, тем не менее, это те, кто кровью отстаивает независимость, демократию и вообще само право на существование нашей страны. Так вот, как сделать так, чтобы военные смогли проголосовать? И это вопросы и наблюдателей, и вообще организаций. Дальше, как сделать так, чтобы военные смогли принимать участие в этих выборах, потому что, а почему мы лишаем их права принимать участие, если, ну, они же не смогут, когда они воюют, баллотироваться. Плюс, а что делать с теми украинцами, которые сегодня вынуждены находиться за рубежом, а это на минуточку 7, 8, 9, мы не знаем, да, точного количества, миллионов людей. А политический процесс? Мы же понимаем, что такое политический процесс. То есть это сейчас надо вот так, чтобы, ну, внутри. Плюс, а через что его проводить? Через единый телемарафон? Ну, то есть, да, вот сейчас как функционирует медийная история? Ну, да, есть независимые сайты, слава богу, там телеграм-каналы, их много разных. Но там телевизор вообще сейчас его нет, потому что есть телемарафон. Ну, как бы, ну, то есть много очень вопросов, не только к тому, какая сегодня Верховная Рада, но к тому, а как ее поменять, чтобы она отражала, как вы говорите, настроение и вообще чаяние украинского народа. Как? Никак. То есть, ну, выборы проводить практически невозможно. Даже если у тебя есть 5 миллиардов. Mm-hmm. Да, это невозможно практически просто. Да, потому что участие в выборах будет совершенно нерепрезентативно. Абсолютно. Потому что добраться до каждого уголка, куда украинцы повыезжали, да, те, которые были вынуждены покинуть страну, плюс на фронте, плюс, конечно же, скажем, не участвуют военные, не баллотируются, да, но они голосуют хотя бы. Да, тоже будет невозможно. Тоже будет невозможно просто до всех добраться. Потом военное время, манипулировать выборами будет очень сложно, будет огромное количество потом всяких споров вокруг любого результата, да, это еще один раскол общества, который сейчас совершенно не нужен, да, он точно не нужен, да, он не нужен, поэтому, ну, вот, маемо-то еще маемо, как говорил Леонид Макарович, да, то есть это, вот это, но Верховная Рада – это реально проблема, это огромная проблема, я уже не говорю про все остальное, там, про все, потом, понимаете, ведь много процессов, которые произошли в Украине, они спорные, по меньшей мере. Офис президента не есть конституционный орган, да, и все это понимают. То есть это называлось, при каждом президенте это называлось по-разному.
То есть, поэтому там, сейчас это офис, да, но это не конституционный орган. То есть, Украина это парламентско-президентская республика. То есть президент говорит, что есть четыре формы правления, возможных для Украины. Парламентско-президентская, президентско-парламентская, президентская или парламентская. Ну, я бы парламентско-президентскую и президентско-парламентскую исключил, да, потому что она вообще это, да, это нонсенс. А это компромиссное решение, которое было принято там, да, в итоге оранжевой революции. Это президентская или парламентская, но это совсем сегодня не время это обсуждать, вот уж точно сегодня не время это обсуждать, да? Но этот вопрос ему был задан, он на него ответил так, как он считает. Он, если будут выборы какие-то, он пойдет на второй срок. Вот примерно вот то, что он сказал. Кто-то сказать, что я его осуждаю за то, что он пообещал не идти на второй срок, а пошел на второй, вот этого у меня нет. Да, вот вообще, вот в моих мыслях. Да, потому что война началась при нем, даже если он не верил в нее. Даже, вы помните, он же даже там Вашингтон-Пост сказал уже в августе 2022-го, уже война шла, да, что там я бы недополучил там сколько там, я бы недополучил там 7 миллиардов, если я бы испугал население, сказав им, что будет российское вторжение. Я бы, да. То есть, не вы, господин президент, а страна. То есть это разные вещи, да. Но в интервью вот последнем он очень часто ссылался на общество, он очень часто говорил, что все должно решать общество. Но, в принципе, конечно, он в этом смысле прав, потому что общество защитило страну и защитило себя. Да, в этом смысле не да. Вот. Потом мне не очень понравилось вот это деление на онлайн и офлайн. Вот есть Украина онлайн, да, есть Украина офлайн. Офлайн это социальные сети, да, где есть голоса критики. Ну, голоса критики это же хорошо, ничего же в этом такого страшного нет. То есть с этим живут все лидеры, да, то есть все лидеры и во время войны также, то есть и великие лидеры, да, то есть и великий Рузвельт, и великий Черчилль, великий Черчилль в Европе. Он не совсем великий там в Индии, скажем, да, но так они у них была оппозиция, они должны были с ней работать, они не могли принимать самостоятельные решения. Да, Королевский дом очень сильно помогал Черчиллю, это правда, во время войны. Да, но все равно, да, была оппозиция, и Черчилль выборы проиграл после войны, несмотря на то, что он герой этой войны. Так что тут вопрос такой, да, это работа президента, и у президента должно быть такое окружение, да, которое занимается теми делами, которыми президент должен заниматься. У президента всегда должно быть время на все, потому что у него вокруг должны быть люди, компетентные люди, которым он может делегировать многие вопросы. Это очень важно. Вот. Вот как бы я Да. более-менее, да, я бы более-менее, но интервью очень человеческое, он как бы не, то есть он сказал, что он там изменился очень сильно за 2 года, это, конечно, очевидно и понятно, но такое, понимаете, там я бы, то есть кто-то говорит, что это, то есть у него есть такие вот, такие царские, там, вот такие склонности, да, я не знаю, я как бы это сильно так не почувствовал. Может быть, оно так есть, но я этого не почувствовал в интервью последнем. Да. Но сейчас, конечно, то есть самое главное, вот он и потом он сказал, самое главное то, что мы повторяем уже месяцами, 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 что победа это без
возвратная война. То есть, да, понимаете, вот победа – это значит, что больше Россия в Украину никогда не придет и на Украину никогда не пойдет. Вот это есть победа, да? Убрать этих солдат с территории Украины, ну и сделать так, но это уже, конечно, большая дипломатическая работа, чтобы Россия такое варварское поведение свое не повторила. Да, и ну, это тут он совершенно прав. Это есть вот дефиниция победы, это вот это и есть победа, да. Потому что